Завершено баранование песчаного покрытия на всех четырех пляжах города. Их готовят к официальному открытию. Состоится оно или нет, пока неизвестно, но плановые работы продолжаются. Несмотря на то, что места общественного пользования в регионе до сих пор считаются закрытыми, в жаркие дни бичане устремляются к воде. На пляжах дежурят спасатели, раз в неделю там убирают мусор, два раза вывозят. Организация, обслуживающая территории отдыха, работает согласно графику. Напомним, что он утвержден муниципальным контрактом. Сейчас завершен еще один вид работ – механическая обработка песчаного покрытия. Глубина баранования прибрежной пляжной зоны 10-12 см. Это ежегодная процедура обработки песка перед официальным открытием мест отдыха. Нам сказано провести все подготовительные мероприятия. То есть нам сейчас скажут команду открыть. Сейчас Роспотребнадзор будет пробу отбирать на песке, смотреть там состояние песка. И все это нормальная плановая работа.